Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале Ritter Play. Меня зовут Александр. И мы продолжаем играть Assassin's Creed Истоки. В этой серии, по устаканившейся традиции, мы выполняем побочное задание и выполним по основной сюжетной ветке. Всем приятного просмотра, мы начинаем. Начнем мы, значит, с дополнительного задания. Сгинуло! Найдешь его? Его нужно найти. Я не хотел тебя тревожить. Проваливай! Это не твое дело! Герта совсем справится! Я говорил о сокровище? Не может быть! Но ты ведь его отыщешь? Я знаю, что где-то оставил его! Это есть в моих записях. Я избавляюсь от них, когда странствую, оставляя за собой горестный след. Вот, прочти. Так, песня о Симуте из Герты. О горе мне, горе, меня преследуют, и я убежал из дома. Разбойники вернулись за мной, затаив злобу за прошлые случаи. Нам с Гертой пришлось бежать. Ладно, в общем, бла-бла-бла, что там. Но Герта обиделась и ушла, и я оплакиваю свое пропавшее сокровище в одиночестве. Да еще к чему? В общем, надо съездить, я так думаю. Так, что-то какой-то автопилот у меня глючный. Чит, конечно, такой у меня маленький, как это. Будто из этого, не знаю, выпилил из этого, из фанерки. Ворона включаешь, вернее, этого орла, и он этот, блин, ехать-то все равно продолжает. Тут на меня уже напали, да? Могу стрелять! Ты еще все можешь? Я вижу врага! Мне нужна помощь! А ты чё? Попрошу тебя! Ой, куда он убежал-то? Вот. А, капец, блин. О, вижу врага! Где ты там, видишь что? Ты чё, дядя? Ах, ты чё? Иди сюда. Блин, как в Uncharted скинуть захотел. Блядь, ты достал. Что надо идти? Симут собрал все эти сокровища? Что ценнее этого он мог потерять? Где-то поблизости должна быть подсказка. Вот и подсказка. Еще свиток Симута. Надо было быть настоящим безумцем, чтобы сунуться туда. Неужели я именно там оставил сокровища? Бешеные псы? А, наверное, гиены. Так, что-то нам предстоит отправиться подальше. Куда именно-то? Хочешь, чтоб я... А, точка-то у меня не захвачена. Ладно, здесь подрежем, ребят. Так, тень всадника. Вот этот дядя-то. Вон там! Это Минджай! Баек! Я его четвертую! Эй, я тебя... Они меня знают? Что им от меня нужно? Да, да, знают, но это не важно. Мне нужна его голова! Мне твоя.
Что будем делать? Бегемот, блин, ты-то откуда взялся? Так, еще одна подсказка по заданию Тень Скоробея. Свиток. У их лидера лагерь в пустыне к югу от Синая. Подпись Тени Скоробея. Что это за охотники? Такие тут бегемоты агрессивные, конечно. Они вроде такими не должны быть. Так они еще тут по улицам гуляют. Чего вам на болоте-то не сидится? Спасайся бегством. Это что такое? Что за ачивку мне дали? Давайте глянем быстренько. Что за приз? Так, три раза спастись бегством от разъяренных бегемотов. Ничего себе. Твои проблемы. Взмахом меча. Так ты чё? Умри, тварь! Сам такой. Да, больше нет желающих. Куда вы только беретесь, блин? А вот это, кстати, задание тоже дополнительно выполнить. Про теней Скоробея, правда, поискать придется. Ну, это, я думаю, это дело времени. В процессе выполнения часть-то мы уж точно найдем. Этих наемничков, которых убить надо. Хотелось бы их так не по всей карте искать, а конкретно место прийти. Вот тут говорят, что лагерь какой-то нашелся. Может быть. Может быть, не придется уже так искать-то. А, красивые виды, что не скажешь. Даже на старой PS-ке фатка у меня, если что. PS4 фат. Выглядит вполне себе достойным. Ну, я, конечно, спорить не буду, что на компьютере круче, но учитывая сейчас цены на видеокарты и прочие проблемы с железом. Хотя у него вроде и требования не особо большие. Картинка, конечно, лучше будет на ПК. Но для этого нужен и мощный ПК. Что-то я не понял, где мне надо найти? Вот, наверное, здесь. Мерзкие твари. Вот вы где. Смотрите. Вам. Мерзкие твари. Они отняли немало жизней. А, еще легендарный зверь, что ли, был? Айда мы. Богиня Нут. Она небо и ночь. Еще записи Симута. Так, третий свиток. Нужно даже с самого конца читать. Такое же безумие, как и прятаться в этой кроме... крошечной пещере рядом со зловонным отхожим местом логовом разбойников. Да, Симут немало повидал. Я найду, где спрятались разбойники. Так. Здесь у меня вроде хоть поближе точка какая-то есть. Так, значит, приближаемся к месту назначения. Сейчас, вижу!
Господи, опять кто-то докопался. Надо, значит, всего лишь найти это сокровище. Может, ну его так даже пометит мне его? Нет? Нет, что, нет, никак? Вот сокровище, так. Может быть, кстати, это и оно даже. Фу, ну и вон же тут. Должно быть болото. Он где-то тут. Так, минус главарь. Он внушал восхищение. Очень умный человек. В разговоре он порхал от темы к теме, как прекрасная бабочка. А что это за женщина по имени Герта? По-моему, она одна из богинь. Да, да. Думаю, ты прав. А потом он скрылся в пещере древних существ. Потрясающе. Этот странник удивителен. Вы про кого говорите-то? Так, пещера древних существ, это куда нам надо-то? Пока ни одной пещеры я не вижу. Эй, что? А блин, ну, конечно. Эй! Я быстро вот и. Ну, придется всех, всех, всех вас убить. Я вижу врага. Убью. Я тебя отомщу. Я его вижу. Тоже лучники подходят в упор. Я выпотрошу тебя! Так, и где мне искать теперь это убежище? Про какую-то пещеру что-то тут и 3 недели. Пещера-то что-то я и не вижу. Выход. Искать надо, значит, в этом месте. А, это пещера. Четвертый, да, блин. Конечно. Длинная с побочка. Оставил тут свиток. Затопленная шахта? Я так скоро исхожу весь Синай. Да в натуре. Не то слово. А? Так, это, ну, в общем-то, не больно далеко. Можно сходить, ездить. Без телепортов даже обойтись. Давай! Вот ты где! Давайте вы отвалите. Тебе здесь не рады. Мне вас как бы нахер не надо. Что он тут делает? Да блин, ну... Господи, Ubisoft еще застрянет. Наконец-то!
Мы с Гертой думали, ты пропал! Я блуждал по пустыне, ведомый твоими записями. Я умею писать? Вот диво! Хвала Амону! Ясно помню, что спрятал свое сокровище в сосуд и утопил его в Красном море. Кстати, сосудов несколько, но другие пусты. Найди тот, что мне нужен. Хорошо. Ты бы нарядился на какую-то херовую работу, если честно. А, пусто. Пусто. Блин. А куда дальше-то? Так и утонуть ведь можно? Да. Ходи еще есть. А, пусто. Как обычно, в самом последнем, не? Что это? Сокровище? Сокровище. Ты нашел ее! Мою счастливую лапку фламинго! Лапа фламинго? Это твое сокровище? Идем со мной. Ты заслужил награду. Покажу ее Герт. Помощи от нее не дождешься. Мне кажется, она не верит в то, что лапка счастливая. Ну что ж, пойдем отдадим. Далеко идти-то, Если хоть на другой конец карты, так топай. Добрый господин нашел мой талисман! От тебя совсем толку не было! Делаешь вид, что радеешь о сокровище, а сама думаешь только про свой горб! Нашей дружбе конец! Отдам тебя господину! Может, ему ты будешь лучшим другом? Спасибо. Глаза еще закрыты. Вот такое, ребят, задание у нас было дополнительное, которое нам даже левак дали. Ну, всю карту пришлось изъездить. Нифига себе. И новое издовое животное. Давайте, кстати, поменяем. То, что у меня петух утомил. Вот этот. Яхта. Подождите. Вот. Она. Ее выберем и задание посмотрим, что у нас дальше. Так, значит, ну тени это понятно, надо этих всех перебить. Кстати, вот сейчас на карте помечается это место лагеря или нет? Но это, я думаю, потом. Давайте пойдем по основной сюжетной ветке. Так, там, где умирают рабы, так будет называться у нас миссия. Нужно быть осторожным. А, Байк, нам пора избавиться от полководца Руфио. Тацит всегда устраивает ночлег над каменоломней. Он жестокий надсмотрщик. Каждый день примерно наказывает рабочих.
Я рассмотрю Века поближе, а потом налетим на него, как сену. Ладно, что, давайте убьем этого товарища. Ну, надеюсь, получится без этих. Чистенько как-нибудь в этот раз. Ультимен код! Тентасет! Ну, почти чистенько. Что-то он, по-моему, заболтался. Он еще и горит, что ли? Блин, хороший лук я нашел. Ты-то что, не хочешь выйти, блин? Стрел только мало, блин, больно. Неужели меня заметили, блин? Ну почему прицел так сдвигается не туда, куда надо? Пусть Осирис вечно терзает твою хату. Вот так вам. Вы достали, блин. Когда вы кончитесь-то, блин? Давайте я убью вашего и все. Этого всего можно было избежать, ребята, камон. Египтяне! Рим! Ваш мудрый хозяин! Орден живет вечно! Нужно встретиться с Тахирой. Ух ты! Все, пора сваливать. Меня тут убить пытаются. Это непонятные звуки. Да блин, ну куда вот ты прыгаешь, Ubisoft? Ну вашу маму. Стой! Вора! Ай, корявка. Давай. Боюсь, римлян будет гораздо больше. Уверена, армия Тацита не настолько мала. Если остановить работы, может начаться бунт. Синаю от этого будет лучше. Все могло пойти прахом. Убейте всех римлян в лагере Тацита. Ну тут их дофига так-то. Лучше вести себя потише. Это не наш метод. Да!
Освобождение! Так, у меня тут надо спуститься, давайте по-быстрому. Свобода ваша. Действуйте. Подожди, ты видишь, я тут спасаю людей. Верните на батарею. Суэрис, конемо про амики. Инкум. Нункум. Сиканке, капитис. Сюда! Пришла подмога. Их я тоже пожертвую Анодосу. Вон они! Убить их! Ну, такая миссия, конечно. Не терпит мятежа! Сволочи! Кто баламутит народ? Помогите! Скрути сангуинем дамна! Ибе! Ибе манеры! Как ты цель выбираешь, ну? Ну, сюда! Систей! Сиду! Рыбкур! Ой, тогда от меня убьют ведь. Олите ими! Тати волбас мори, нервис! Отторжение! Радуйтесь, братья и сестры! Ой, кто они там стреляют-то? Тацит мертв! Каменоломня будет нашей! Успокойся с миром, Кайса. Да, Баек. Ты все такой же прекрасный боец. Как и ты, Тахира. Любимица Себека. Только из белого и из красной стал. Великое торжество Набатеев! Пусть это место останется в надежных руках. Будет трудно. Руфио пришлет центурионов. Побег из тюрьмы. И в каменоломне еще остались... Так, это что у нас? За что дали? Выводите 20 мятежников. Вожденные рабы. Воля к жизни — главное оружие. Ты работаешь на Гамелата? Он рассказал нам о незримых, героях из тени. Никто не работает на незримых. Спасибо за спасение. Если встречу где-то ваш знак, отнесусь с уважением. Ух. Но я хватило восстания. Что это, наверное, свободная территория тут же, я надеюсь. Так, ладно, давайте посмотрим, что у нас дальше по заданиям. Значит, на вы, военные правители, вот. Идемте по этому заданию. ДЛС-шка-то, наверное, скоро закончится. Что я не знаю, может быть, даже в этой серии получится. Чуть-чуть ее растянуть, все уложить. Аутум помогите мне! Это не... Там попроси кого-нибудь еще. Что у меня тут задание туда-сюда. Ненавистная крепость. Они грабят всех входящих. А не войти нельзя. Баек! Гамелат сказал, что незримый попытается проникнуть внутрь. Это ж верная смерть. Не для незримого.
Если он попадет в беду, мы поможем. Приказ Гамилата. Тахира нас предупредила. Кого я ищу? Ампелий. В его руках вся торговля на полуострове. Ищи его внизу. Этот кровопийца доит каждого прохожего на дороге Гора и у этих стен. Как его узнать? Тут есть проблема. Он одевается, как его капитаны. Издалека отличить невозможно. Ты уверен, что он в крепости? Точно. Мой товарищ ушел туда и не вернулся. Значит, точно там, да? Если найду его, приведу туда. Так, тут даже не убивать надо. Схватить получается. Увидят, сразу накинутся. Подойдите, подойдите, а нахер стопы. Ну, тут еще какое-то побочное задание у нас появилось. Кстати, своего бога. Кстати, возьмем его, что ли? Незримый. Нельзя оставлять его тело, словно обычный мусор. Я почту твою память, слуга Кредо. Место для сохранения, блин. А ты, может, отвалишь, дядя? Какие-то пацаны. Ты достал, вот ты так хочешь просто сдохнуть, блин. Для тебя будет подходящее место. Ой, как обычно очень далеко, да? Контакты мне, конечно, плана немножко обломал, товарищ. Чё тебя там не закопать на дороге-то? Это тебя так далеко тащить? Так, в общем, пришлось спуститься, взять нашего верблюда. Хотя бы привычно можно называть верблюда верблюдом, то там непонятно, голова овечья, тоже человечьим. Купленок кто у меня был из Final Fantasy, только под верблюда как-то сделано. Так, здесь мы, наверное, так проедем. Да! Пусть Гор проведет тебя через поля Иалу. И Амон направит лучи на твою Ка. Я останусь незримым и провожу его в поля Иалу. Спасибо, Баек. Ну, хоть за такие задания опыта хорошо наваливал. Качаться даже быстрее стал. Так, значит, вернемся к основному заданию. Али мятежника! С незримым разобрались. Стража держит ухо востро. С незримым разобрались. Ну, тут ладно, хоть выкидывать можно.
В общем, надо искать титанов, я так понимаю, раз он под них маскируется. Тут придется побольше повозиться-то. Так, вот какой-то один есть. Убьем его. Тебе обе, тебе манере. Я ты меня заметил. Эй, что? Эй. Непослушный кретишек, наказ. Я убью тебя! Да, бейсбол! Please, please, please! Это его бедный! Это не он оказался. Нифига сол, капитан, это жирные. Ладно, ищем дальше. Ну что нам нужно двое? Интересно, передвигается или на месте стоит? Ладно, сейчас нас интересуют вот эти дяди. Там, наверное, все прибегут. Главное, не запейлиться. Кто меня заметил? Капец! Как ты меня заметил, блин? Вы. Ампели! Куй мамитас! Инфернум! Все, он отлетел с уже. Тот-то что-то даже круче был. Систей! Не тру! Это он мовере! Все, главное добить. Десять. Одиннадцать. Орден вечен. Ой, какие-то извращенцы они, конечно. Так, точные удары, блин, господи, блин. Как только можно перечитал. Что мы сваливаем? Спасибо. Этот опыта по-щедрому наваливают. Какой-то модный лук. Давайте посмотрим, что за лук нам дали. Не скорострельный, конечно, но ладно. Ой-ой-ой! Не разбился. Куда надо было спрыгнуть-то, дядя, блин? Так. Отправляйтесь в убежище незримых для отсчета. Что ж. Идемте от... А, блин. Оторваться сперва от преследования. Да, возможно... Придется и пешком до туда добираться. Встречу с незримыми.
Принесу добрую весть. Три трупа, как обещал. Остался Руфио. Угу. Он примчится сюда, едва услышит об их смерти. Гамелад теперь местный герой. Люди только о нем и говорят. Ты переживаешь? Дело повстанцев правое. Но я не раз видела, как в сражениях гибнут невинные мирные жители. А ты говорила с ним об этом? Они мученики. Их родственники примыкают к восстанию. А что? Пожар! Выходим! Выкурим их! Выноси ее! Проход! Вот это поворот. Вожак у нас! Сегодня стервятники попируют! Эй! Что-то не гвоздями прибили, а веревками прибили. Убью вас всех. Амунет! Надень что-нибудь. Веди себя пристойно. Жинка. И сумели привлечь внимание. Евреи знают о Синайском убежище. Знаю. Пожар тому свидетельство. Нам нужно найти Тахиру и Кашту. Их заперли в крепости Клостра. Я отправлюсь туда. Я осмотрю периметр. Повсюду центурионы. Встретимся на дальнем конце Клостра. Я увижу тебя вновь, когда освободим незримых. Одна цель найдена. Вторую сейчас, я думаю, мы тоже найдем. Меня не должны здесь заметить. Нет! Thank you.
Да куда ты, ну? Сволочь, блин. Капец ты, падла, блин. Этот старый лук был чем-то лучше. Баек, хвала богам, ты здесь. Крепость строил сам Осирис. Это безумие. Тахира сильно обгорела. Я боюсь за нее. Ее забрали. Морс! Эго лудри сордина! Сира версус фуэрис! Конемо проаметки! Эго астендам тиби долор! Алите иви! Стате! Мора! Как я сразу обоих-то. Ты что такое было? Баек! Давай, Тахира, я вынесу тебя отсюда. Я не могу. Где у вас выход? Дай мне лук, и я буду сражаться до смерти. Хватит себя хоронить. Ты нужна незримым. Мое тело горит. И только кровь римлян успокоит эту боль. Каждый еще в плену. Его нужно спасти. Может, он страдает, как я. Ты права. Мы никого не бросаем. Не в ту сторону понес бы. Сорян. Ты что такой настырный-то? Глата, проведи меня в поля и Аллу. Тахира, будь со мной. Держись, не сдавайся. Мир меркнет перед глазами, Майк. Это шо тебе? Как еще один, что ли? Сик, рыб! Пошли нахер, блин. Копаюсь, вот как нормально, в линию веду. И готовься к бою. Закоцали девчонку, конечно, знатно. Нужно убираться. Римляне вот-вот объявятся. Иди за мной в лагерь. Тяжело видеть Тахиру такой. В лагере мы ей поможем. Нек, боги, за что? Не забирайте мою сестру! Нужно найти предателя среди незримых. Кто допустил такое? Все дают клятву. Нас обвели вокруг пальца. Все? Уверен? Никому нельзя доверять. Наша мудрость угасает. То же было с Брутом и Кассием. Чем больше она знает, тем хуже для нас. Ну... Будем молиться богам, чтобы... Консумационе! Да!
Что у нас? Задание-то выполняется или что? Что, кого-то убить надо? Что-то Ubisoft опять скрипт сломали, что ли? Нужно вернуться в Тахиру. У меня конь сгорел еще. Да, блин, да что вообще происходит, блин? Странный Ubisoft, блин. Опять все сломалось, что ли? Еще конь у меня сгорел, ну, вообще замечательно. Блин, ребята, сейчас, похоже, придется переигрывать, блин. Ну что, вот еще раз, вот не зря я ругаю Ubisoft, пожалуйста. Вот что вот это такое? Левые напали, блин, и из-за этого вся игра накрылась медным тазом. Ну, будем молиться богам, чтобы Тахира выжила. Без нее на Батэе придется худо. Так, и ты сейчас пешочком побежишь, да, куда надо? Коня нашего, слава тебе, господи. Ну, блин, не сломайся только. Почти пришли. Великий Омон, смилуйся. Я подвела тебя, Байк. Нет, ты никого не подвела. Твоя верность крепка, как горы. Мы создали то, во что я верю. Ты была первой, кто принес клятву. Ты спасла многих. Ты незримая. Сохрани наше кредо. Каждого. Всех римлян! Ты отнеси Тахиру в горы, туда, где ее можно достойно похоронить. А мы продолжим. Мы убьем Руфио.
Говорит Самнет. Смерть Тахира расставила все по местам. Пора убить Руфио. Синайское братство на грани уничтожения. Он у каменоломни? Нет, в Арсеное. Скорее всего, он на своей Октареме. Он умеет защищаться и вселять истинный ужас в сердца людей. Где не справились полководцы, я преуспел. Ноги моей не будет в проклятом краю, но дикари склонятся предо мной. Рим, как треснувшая стена. Им правит пьяница, безумец и глава Ордена. Октавиан всех нас пугает. Руфио сбежал, и я краем уха слышала, что произошло в убежище. Но в Риме есть и добрые люди. Что в Мемфисе? Незримые держатся. Но пока нет фараона, мы в беде. Я боюсь, что наши храмы продали. А еще есть Клеопатра. Она принесла величие Александрии. Тут я не спорю. Меня волнует войско ее любовничек. Баек! Баек! Скорее помоги нам! На деревню напали! Во имя Амона, ты меня знаешь? Грязные напады! Прочь с римской дороги! Настоящая резня! Защищай Набатеев! Ну кучу! Зачем им мирные жители? Что-то не так! Ой-ой, как вас тут много-то! Я даже не знаю, куда бежать мне. Ну, скорость-то передвижения одинаковые. Я же вроде мечник, я быстрее должен двигаться. Значит, солдат-то тут немало. Кончен. Пора убить того, кто отправил этих солдат. Так, давайте убьем, да. Так, как до тебя доехать можно? Вон лодочка есть. На лодочке подъедем.
Все, давай. Дружба. Сюда меня не пустят. Я без приглашения. Систей! Иду! Иду федерать! Ладно. Хрен с ним. Мне нужен, главное, ваш этот перец. Систей! Иду! Это он уверен! Это за Тахиру! Ты меня не сломаешь! Я тебя убью, чудо. Кто там? Зачем вы лезли в мои планы? Незримые никогда не дадут Ордену Древних вздохнуть спокойно. Так это правда. Незримые существуют. Процветаем! Странно, что цели у нас одни. Мир, порядок. Но жить будут наши идеи. Убей меня. Но мы останемся. Цезарь установил порядок. Прежде чем твоя трусливая жена пырнула его в спину. Наша сила горит в тенях. А тени создаем мы. Незримый упокоит тебя. Анубис ждет. Руфио мертв. Нужно сказать ему Нет. Она порадуется. Да блин, ну что за фигня, Юбисофт? Прыгай. Вы чё? Полите, блин. Дайте на сушу выйти, там я вам покажу. Вот еще и такие настырные, не отстают нифига, блин. Да все уже, до свидания. Мир продлится, пока Рим не пришлет нового. Конца этому нет. Да, симпатичный прикид ужины. Незримые должны научиться выживать так же, как Орден. Есть более насущная проблема. Гамелад. Люди смотрят на него, как на бога, и восхваляют все, что он делает. Он сражается за свободу. Мы с тобой видели бойню. Я говорила с жителями. Такая резня здесь не редкость.
Каждый раз мятежники Гамелата задевают римлян. Повстанцы прячутся среди мирных жителей, и ответ римлян достается самым уязвимым. В бою гибнет много невинных людей. То есть он делает это специально? Именно так появляются мученики, а их семьи мечтают отомстить римлянам. То есть он устроил резню, чтобы набрать больше народу? Это уже не в первый раз. У его мятежа ужасная цена. Он же друг. Вспомни. Клеопатра была мне больше, чем другом. И я так ей доверяла. Ты помог мне прозреть. Ну, от мужчин-то надо слушать, блин. Что тебе? Раптивые, блин. Я с ним поговорю. Гамелату удалось меня поразить. Он что, поднял мятеж ради собственного могущества? Вряд ли. Скорее, он настолько верит в это восстание, что не думает о цене. Он и впрямь считает жертв мучениками. И забывает, что лишил их выбора. И это работает. Когда римляне пришлют нового генерала, он вновь так поступит. Умри! Это тебе жить надоело! Расскажи о жизни в Риме. Чудесное место. Интриги, предательство, коррупция. Лучший город для незримого. Ха. А я-то ждал рассказа о винах. Вина там хорошие. Загляни как-нибудь. Попробуем вместе. Может, и загляну. Впереди. Его окружают повстанцы. Для них он бог. Нельзя драться с ним у них на глазах. Пал Руфио! И так же Рим падет! О, восславим же незримых, от Рима нас освободивших! Что надо сделать-то, что я так и не понял? Руфио заточен в Дуате, тонущий в реке шакалов. Несущая смерть не даст. Этот писец сам набрал. Как же ты молод, а? Подходи, солдат, посмеемся. Не с чего мне смеяться. Ух ты, какие мы серьезные. Зачем же ты пришел? Почтить моего отца, убитого римлянами. Неп, где твой вождь? Гамелат на охоте у оазиса. Пойду к новому парфюмеру. Это очень хорошо, что ты там. Так и убиться можно. Я поговорю с Гамелатом. Останься здесь. Придержи мятежников. Победи. Так, как скажешь.
Даже если ты против, я все равно побежу. Надежда побежу, на победю. Придется их всех разочаровать. Баек, в чем дело? Это ты виноват в бойнях. Погибло множество людей. Я показал людям истинную жестокость римлян. Благодаря мученикам многие воины продолжили бой. Мученики? Что стоит жизни деревенских жителей перед всеобщей свободой? Горстка деревенских жителей? Им не дали выбора. Баек, ну что за чушь? Мы на одной стороне. Нет. Мы будем биться. Да будет так. Победит, ты станешь великим мучеником. Меня не достать! Ой! Сейчас я поднимусь, подожди, блин. Закончено, Баек! Я побеждаю! Стрелился на власть на вождя повстанцев в клубе! Канус поет о твоей смерти! Пора покончить с этим! Проклятие! Гори, Бай! Твои обвинения сгорят с тобой! Ты станешь... Ушел. Блин, добить-то тебя можно в воде, блин? Капец, блин, если бы так еще нельзя было добить, блин. Я бы точно еще раз поругался на Ubisoft. Свобода не должна вредить жизням невинных. Они имеют равный вес. Мое сердце пора возложить на весы Анубиса. Твой пыл заставлял его биться слишком сильно. Безвинных нужно всегда защищать. Это славяне так делают. Солнцем сияло в моих глазах, слепя их. Уж точно не египтяне. Ты правильно поступил. Я принимаю смерть. С этого дня незримые не поднимут клинка на невинных. И да будет так. Да найдешь ты покой в Дуате. И пусть незримые живут до скончания дней. Величайший предводитель Гамилат мертв. Но память о герое останется в сердце Синая. Убийцы миллиона мучителей. Гамилата. Божественной стрелы больше нет.
Разрушим их грезы. Пускай чтут героев. Пока о незримых позабыли. И это нам на руку. Гамелот умер ради высшей цели. Больше никаких лишних жертв. Мы не ошиблись? Ты хоть с женой-то побудешь, нет? Надо как делать еще. Ой, блин. После того, как он стал незримым, он перестал быть мужчиной. Такое впечатление. Наше убеждение. Мы обязаны передать всем, кто принес клятву. Пусть познают истинное кредо. Незримые рассредоточатся от Петры и до Иудеи. Навеки. Кредо должно будет пережить нас. Кредо должно быть превыше всего. Вернувшись в Рим, я буду говорить не о героях, а о дисциплине и стойкости. Амунет, наставница этого братства. Наш дух неугасим. А клинки неутомимы. Целоваться, чудный. Ну что, это, перестали быть этими супругами-то все равно что-то там. Триндец. Значит, такое вот у нас получилось с вами, ребят, прохождение дополнения. Ну, в общем-то, неплохо достаточно. Ради высшего блага дали нам ачивку. На этом, ребят, серию закончим. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Будут новые видео. Еще одно у нас дополнение. Там фараоны, по-моему, Египта. Что-то такое называется. Как такое название, могу ошибаться. В общем, оно будет следом в этой серии. И на этом все. До новых встреч. Всем пока. Всем привет, ребят. Вы находитесь на канале Ritter Play. Меня зовут Александр. И сегодня мы поиграем в Assassin's Creed Origins Истоки. И выполним последнее задание. Тени Скоробея из дополнения Незримые для данной игры. Так, значит, часть мы наубивали уже в процессе моих последних нескольких видео по этому заданию наемничков наубивать. И вот из одного из них выпадает записка с расположением базы. И вот мы продолжаем данный квест. Да, что ли, мне надо подойти? Кровь. Здесь было сражение. Да. Их лагерь расположен к юго-востоку в пустыне. Ну, где-то здесь он должен быть, лагерь.
Но! Я так подозреваю, по кровавому следу надо идти. Еще нормально проследовать не дадут. Здесь, наверное, тоже что-то есть. Погребены в мерцающих песках. Совсем как скарабей. Тела в пустыне напоминают мне о Тахарке. У него есть последователи? Да, это из основной сюжетной кампании, один такой из членов культа Скоробей. Ну вот он как раз главного героя закопал также, ну там конь помог ему вылезти. Так, напоминаю, если мало ли кто подзабыл, кто ли не знал. Может быть сюда? Это непростой лагерь разбойников. Статуя Сехмет? Богиня отмщения? Так вот где гнездо теней. Покажитесь! Тут никого нет. Свиток, посвященный теням Скоробея. Это они охотились за мной? Следы. Что это там дальше в пустыне? Верблюд не может меня найти. Дожили. Ладно. Что тут такое у вас? Каваб? Вырос сынишка-то похоже. Я не враг тебе, Каваб! Нам не зачем сражаться! За великого Тахарку! За правителя Литополиса! Вижу, мальчик уже вырос. Зато ты, Миджей, состарился. Ты собрался защитить честь Тахарки, но забыл, что у него не было чести. Мой отец был наместником Литополиса. Ну, блин, что ты его хрен победишь? Это глупо! Ты не такой, как твой отец! За его честь! Нет! Нет! Моя семья обречена погибнуть от твоих рук, Байк! Твой отец пал, но у тебя есть надежда! Ты не виновен! Есть лишь тьма! Ты хорошо сражаешься! Твои тени Скоробея — достойные воины! Да ты чё, блин, подсып? Ну, в самом деле, вот нападать бесполезно надо, чтоб он обламывался. И на один удар буквально. А вот и он. Победил? Убей меня. Каваб, ты не обязан повторять ошибки своего отца.
Что еще мне остается? Я выследил тебя, как только научился ездить верхом и владеть мечом. Мою решимость тебе не пошатнуть. Моя смерть не принесет тебе успокоения. Покончи с этим. Срази меня. Вся моя жизнь всего лишь ошибка. Я покажу тебе кое-что. Идем, Кавап. Куда? Просто дай мне отправиться к отцу. Твой отец отрезал язык твоему деду, угнетал твой народ. Семья не всегда становится настоящим братством. Его почитали как героя и лидера. Не стоит доверять всему, что слышишь. Я правда никогда не хотел убивать. Но мне пришлось. Я тоже прошел через это. Я блуждал без цели, гневал богов. Но Маат преподала мне урок. Если не отомщу за отца, я ничто! Тогда спроси его про поддержку дето-убийц. Спроси, почему он предал тебя. И что мне теперь делать? Это все, что я есть. Стань одним из нас. Стань незримым. Да, и потом он предаст. Идти прячущимся в тенях? Мы нечто большее. У нас есть кодекс. Раньше у меня была семья. Но я все потерял. У меня не было выбора. А если откажусь? То будет лишь один исход. Пустыня станет мне могилой. Или искуплением. Вот, что я хотел показать тебе. Бескрайнюю пустыню и горы. Слышишь ветер, что воет в песках? Иногда пустыня зовет нас. Ты ответишь на зов или дашь ей поглотить себя? Вся моя жизнь. Убийство и месть. Но я верю твоим словам. Маат, дай мне сил превзойти себя. Стать тенью на защите великой цели. Отрекись от себя, Кавап. И стань одним из нас. Да будет так. Я отрекаюсь от имени и семьи. Я найду новые и стану освободителем. Так же, как ты, Байк. Теперь ты незримый. Что, вот так все просто. Новобранцы. Так, это у нас выполнить дополнительное задание Тени Скоробея. Тут еще, кстати. Следуйте цитадель Тены. Пены правителей. Бейте врага выстрелом в голову, пока его отвлекает сын. Ладно. То, в общем, на 100%, если кто хочет выполнять. А на этом маленькое задание это закончено. Я, пожалуй, его даже к прошлой серии прикреплю, пока еще она на стадии монтажа к тому же. В общем, на этом все, ребят. Еще раз спасибо за внимание. Всем пока. Я тебя бум-бум-бум, ты меня бум-бум-бум. Мы вместе бум-бум-бум, с тобою бум-бум-бум. Текила бум-бум-бум, пау.